Ноябрь 2023, 17 микрорайон. И мы посмотрим несколько домов. Вот они на 17-м. Там далее был 270-й. Сейчас вот это 274-й. Вот в таком виде он сейчас находится. И между 270-м и 74-м 272-й. Он наименее пострадавший из этих трех. Вот я заглядываю за забор вместе с вами, что там происходит. Вот это из другого ракурса. Смотрим. Не помню точно, я не могу сказать, какой силы был тут прилет или не был. Но дом был сильно обгоревший. Конструкции порушились на третьем подъезде, поэтому его разобрали. Вот видите, первый подъезд практически целый, невредим. А вот третий и часть 72-го дома выглядят так. А второй подъезд этого дома тоже наполовину разобран. Паспорт объекта. Занимается домом Красноярск Гражданпроект. Сдача намечена во втором квартале 24-го. Мы посмотрим. 268-й, он тоже в связке с этими тремя домами. Но я его не зацепил своей камерой. Вот это посмотрите, это были переходы, открытые лоджии. Но их жильцы переделали в жилые комнаты. Кто во что гораздо, как говорится. Это внутренняя часть двора того же 270-го. Первый подъезд, второй частично, ну наполовину разобраны. Тоже обратите внимание, что я так думаю, по задумке архитектора, это должен был быть фронт здания. Но оказалось, что удобнее с тыла к нему подходить по подъезду. Вот так разобрано. С этой стороны. На первых этажах люди живут. Не везде, но живут. Но я не представляю, как они под дождем, потому что крыши нет. И их заливать должно со страшной силой. Ну вот видите, с этой стороны то же самое, как переходы обустраивали. 272 уже и покрасили с этой стороны. Это тыльная часть 274-го. Вот она сейчас так прилично выглядит. Но у меня сохранились кадры. Сейчас посмотрим. Вот в июле прошлого года, как он выглядел. И там тоже первые подъезды были сгоревшие напрочь. Сейчас уже лучше. Не знаю, как там. Подъезды тоже делают, но не знаю, как там в квартирах. Ну, смотрите, вот первый подъезд. Или это, ну, первый, не знаю, какой он. Первый отсюда. Прилично смотрится. Вот первый подъезд так выглядел в июле 22-го прошлого года, летом. Прилет сюда был, разнесло, но восстановили все. Вот сбоку смотрим, как это все выглядит. Двор. Впереди здоровенная воронка была, я ее как-то снимал. Это Куприна 73. Буквально недавно я его с другой стороны снимал. Двор, вон там виднеется 75-й дом. А вот это 77-й, который уже снесли. За ним 75-й стоит. И вот как выглядел 274-й.
бульвар Шевченко в прошлом году, это ноябрь. Я снимал этот двор. Вообще было сомнительно, что этот дом будут восстанавливать. Но тем не менее, видите, за него взялись. Вот сейчас опять 75-й смотрится. Про него я говорил, он проходит прокурорскую проверку на предмет сносить, не сносить. И вот, видите, заложили кирпичом, почистили, делают внутри 274-й. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. В общем, реагируйте. Будем на связи.